этот раз вот я вам сказал, что его пригласили в Японию, в июле планируют семинар. Вот коротко о том, кто пригласил, что там будет, я вам планирую. Японка, его ученицы в Токио есть, у нее знакомые, с ними связалась. Она занимает должность в журнале Ушу, местный журнал. Вот, и у нее есть какая-то группа. Вот, и она же пригласит вот тех, с кем раньше контактировались по Тайкикену, учеников, учителей тоже придут. 他们打算是这样，如果呢，搞得顺利啊，搞得顺利，每年可能会定期去啊。啊， если все пройдет как надо, то это ежегодно будет мероприятие. 因为那儿的技术还是比较好。Потому что там люди стараются, техники хорошие. Ну и в заключение хотелось еще раз уточнить понятие. И дело в том, что я в этот раз услышал еще, на мой взгляд, для себя более глубокое понимание, что не просто в прикладном понимании, вот там, где мысль, там и сила пришла, а услышал, что тело, все, что делает наше тело, это несколько вторично. Вот важно, что привело, ну вот как-то ты договорил, да, вот уточнить. 他今天谈的最后一个问题，一般以听那个一圈的意，他以为是意道理道这个意思，但是这次你给他们开课，他听到了那个意，就是那个神经系统和那个身体，什么是为主，什么是主动，什么是被动，从这个角度，你能不能再给他介绍一下那个一圈的意的意思？ 一拳的意，其实就等于说，一个动作的两面性。一，давайте рассмотрим с точки зрения одного некого движения с двух сторон. Сейчас поясню.一从动作上，一个动作的两面性，它两面性在哪？一个是动作的方式。 Первое – это способ движения, какого-то отдельного. 可以成为拳的表现形式，拳的外表。 Ну, проявляется там, кулачная техника так проявляется. 一个是它真正的内在的原理和训练的方式，应该是指导于这个外形的动作技术之中。 这是 另外一个方面。 这是另外一个方面。 А вторая сторона, что, собственно, двигает эту форму, что приводит в движение и позволяет реализовать какие-то техники. Поэтому и можно воспринимать как принцип, как метод, как способ реализации. Поэтому в первую очередь движение, оно рождается от того, что тело контролируется сознанием, а не наоборот, как у нас. 所以呢，如果呢单一去动作，那就形成了个对肌肉骨骼的一种这种练习，缺少内在的高度控制。 Потому что очень часто бывает, что какое-то движение отрабатывается, движутся кости, мясо, там, мышцы и так далее, но теряется внутренний смысл. Поэтому такой тонкий контроль психологический
над движением, он позволяет и более четкую реакцию развить, и более тонким выполнить все внутренние требования к этому движению. Тогда получается вы действительно выбросить, показать эти усилия, которые там. 除了这个一定的这个训练，这个一定就通要想把力量发出来，一定要通过的一种训练。 Все это посредством правильных методов тренировки, конечно же. 在精神意识，知道吧？精神意识发出这个命令，发出信号。 Соответственно, под контролем сознания посылать телу информацию, посылать телу сигналы, как надо это делать. 对吧？调动众生瞬间发力。 Для того, чтобы расшевелить все тело, соединить в одно, чтобы был выброс усилий всего тела. Поэтому все вот эти сигнальчики, которые передаются от сознания к телу, это и есть И. А то, что проявляется в форме, это и есть физическая сила Ли. И Ли и И. И эту ли, и эту и надо соединить в одно единое. Вот поэтому пустые тренировки без мысли, их не называются, они не являются яйцуанями. А с другой стороны, если только думать, думать, представлять, это тоже не яйцуань. Это некий продукт объединения и движения, и мышления. Ну, вот этим он бы хотел суммировать ответ на твой вопрос, как И проявляется, как И пояснишь. 就是力量是意念的, 力是意之君，然后呢，意是力之帅。 Значит, это взаимоотношения верховного командующего и генерала. Надо всегда помнить, что физическая сила Ли – это всего лишь генерал, а мышление или там мыслеобраз И – это всегда будет маршал. Это как в армии, как на войне. 他必须有这个总的指挥部. Всегда должно быть правильное управление. 如果没有这个大脑这个总的指挥，等于这个力度就无法爆发出来。 Потому что если нет правильного управления как командного центра, в данном случае в головном мозге, силы не будет выбросить, они не знают как, куда. Такой смысл. Ну и хочется поблагодарить Яо Лаши за то, что он приехал, за то, что он делится своими знаниями. Все подчеркивают, что такой открытости они не встречали. Хочется пожелать здоровья лично Яо Лаши. Благодарен за это интервью, поскольку это вот как наставление стариков, то, что он говорит. Для него, значит, для нас вот эти общения тоже очень важно. И, естественно, благодарю Сергея, который вот это доводит. Большое спасибо. И приезжайте, еще могу приглашать. Еще раз хочу поблагодарить тебя, спасибо. Такое вот гостеприимство радужное. Пусть развивается яйцуань в России. 希望很多在学的一拳的一些学生朋友们这个水平的提高。 Хочу, чтобы уровень учеников рос непрерывно. 身体健康, 身体健康, здоровье, чтобы с ними было. 以后会发展的越来越好, вот, чтобы все росло и развивалось. 总是要感谢谢尔盖先生啊，这两年来的吧，每回来都竭尽全力，受了很多的辛苦，吃苦耐劳吧，吃苦耐劳，受了很多的辛苦，那么把我没讲的一句，都。
Спасибо за перевод, что там бесперерывно получалось. И Тиньчжу надо спасибо сказать за то, что он поучаствовал. 因为他在您这个组织开办当中呢，对吧，尤其也对我这个邀请领导俄罗斯来，对吧，也做了很多的这个努力的好的工作。старался в организаторские укладывал. Он надеется, что с ним будете продолжать контактировать. Может, даже какое-то соглашение, чтобы все развивалось. Будем все вместе развиваться. Спасибо. Спасибо.